представляем вашему вниманию материнскую плату от компании BioStar модели H77MU3, форм-фактор которой микро-ATX, а физические размеры 244 на 220 мм. Сокет 1155 и поддерживает процессоры Intel Core i3, i5, i7 и Pentium с максимальным тепловыделением 95 Вт. Максимальное количество планок оперативной памяти 4 DDR3 DIMM с частотой от 1066 до 1600 МГц. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти 32 ГБ. Из внешних разъемов материнская плата имеет такие, как 1 PS2 для мыши, 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 RJ45 для подключения сетевого кабеля и 3 аудиопорта. Стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. А из внутренних разъемов материнская плата имеет один разъем для принтера, 1 USB 3.0, 2 разъема USB 2.0, 1 передний коннектор аудио, 1 разъем процессорного кулера и вентилятора корпуса, 1 разъем последовательного порта, 2 SATA 3 и 4 SATA 2. Также имеет такие слоты расширения, как 1 PCI Express 3.0, 1 PCI Express 2.0 и 2 PCI Express X1 2.0. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.